Всем привет, друзья. Пару дней видео не записывал, так как много было работы, поэтому не записывал. Помните, выкладывал я ролик с места ДТП, где я попал в ДТП, и водитель скрылся. И прошло там неделя чуть больше, и позвонили с полиции. Я ездил вчера в полицию. В общем, нашли виновника. Составлено было на него два протокола. Первый за ДТП, второй то, что смылся с места ДТП. Ну, еще интересно, на меня тоже составили протокол. Протокол составили то, что я просто, остановился, и, типа, не было причин. Типа, кошка не пробежала, там, и как мне объяснили, и прочее. Соответственно, я с протоколом был не согласен, я так на протоколе и написал. Сгоду не даю. И вот, я не знаю, правда, будет вам или не будет видно. Ну, наверное, не будет видно вам. Вот так вот. Так что дальше будет, подписывайтесь. И есть видеоролик с аварией, можете смотреть. Погода не алё. Но всем желаю хорошего дня, чтобы день получался, несмотря на такую погоду. Все, до встречи, всем пока.